Я ведь даже не должен был быть сегодня здесь. Ты говоришь как мудак. Господи, тебе руку никто не выворачивал, чтобы притащить сюда. Ты здесь по собственной воле. Тебе нравится думать, что весь мир лежит у тебя на плечах, как будто это место развалится, не будь здесь Данте. Господи, ты переоцениваешь свой, в принципе, мартышкин труд. Ебать в рот, на кнопки жмешь. Да каждый здесь сможет плясать и выполнять нашу работу. Ты настолько одержим тем, что делаешь, что тебе это кажется гораздо более эпическим, более важным, чем есть на самом деле. Боже, да ты работаешь в мини-маркете, Данте. И я бы сказал, плохо. А я работаю в сраном видеопрокате. Так же плохо. Тот парень, Джей, был прав, чувак. У него нет заблуждения о том, чем он занимается. А вот мы хотим казаться самим себе гораздо более важными, чем те люди, которые приходят сюда, покупают газеты или, не дай бог, сигареты. Мы смотрим на них свысока, как будто сами такие значимые. Но если мы такие охуенно значимые, о чем мы тогда здесь работаем?